Всем добрый день всем. И сегодня у нас, ребята, монета на рассмотрение и номиналом 10 копеек 2009 года. Монетка 2009 года номиналом 10 копеек Украина имеет всего две разновидности. Один вид – это монета, которая не притягивается до магнита. Она не имеет никакой ценности. Вот моя монетка данная. Сейчас возьмем магнитик. Рисобачим. И не собачится она на магнит, короче. И второй вид, который до магнита липнет. Она имеет ценность. И в интернете написано, что на нее цена договорная. Она очень редкая. Вот моя монетка обычная, рядовая. Так что, ребята, ищем монету, которая притягивается. Вдруг кому-то повезет. Желаю вам добра, удачи и пускай вам везет постоянно.